сегодня с 9 часов утра в связи с повышением температуры окружающей среды сезонная автомобильная дорога Салехард-Надым была закрыта. Официально движение по Зимнику было открыто 13 января. Проезд обеспечили для полноприводного транспорта массой до 3,5 тонн. Однако сегодня погодные условия резко изменились, движение стало опасным, сообщает пресс-служба губернатора. Из-за повышения температуры плотность полотна Зимника снижается, а при движении автомобиля образовывается колея, что затрудняет проезд. Сейчас нахождение на Зимнике небезопасно, это может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций. Принято решение о закрытии дороги до снижения температуры окружающего воздуха. Сейчас безопасный проезд обеспечить нельзя, комментирует представитель Ямальской дирекции дорожного хозяйства. Зимник Уренгой Красносельку продолжает работу. Сейчас на сезонной дороге разрешен проезд для всех видов автомобильного транспорта массой до 30 тонн. Всего на территории Ямало-Ненецкого автономного округа устраиваются 4 зимние автомобильные дороги. Работы на еще 2 зимниках в настоящее время ведутся и выходят на завершающую стадию. Специалисты призывают не использовать неустроенные зимние автомобильные трассы. Это может привести к чрезвычайной ситуации. Не рискуйте своей жизнью и жизнью пассажиров. Получить оперативную информацию о работе сезонных автомобильных дорог и разрешенном тоннаже можно по телефону в Салехарде 8-349-22-7-17-04, о работе ледовой переправы 8-349-22-4-09-90. Кроме того, актуальная информация о работе зимних автодорог размещена на интерактивной карте зимников. Адрес сайта вы видите на экране.